Детское отделение неврологии в 6-й городской больнице особенное. Здесь проходят лечение дети от 1 месяца до 6 лет. Одновременно тут могут находиться до 60 малышей. Мы лечим детей от заболеваний центральной нервной системы, преимущественно, поскольку это дети до 7 лет. Это перинатальная патология, то есть вся патология, которая связана с нашей экологии города Запорожья. Капитального ремонта в двухэтажном отделении не было несколько десятков лет. И только в прошлом году из городского бюджета выделили около 4,5 миллионов гривен на эти цели. Во время работ пациенты проходили лечение в соседнем отделении. Современный ремонт сделали в палатах, коридорах, процедурных. Закупили и новую мебель – кровати, кушетки и пеленальные столы. Процент выздоровления в нашем отделении очень высокий. Проходят реабилитацию они в течение порядка года. Для наших мам и деток очень важно получать процедуры и качественное лечение в обновленном отделении с красивыми стенами, с приятным, с новым красивым оборудованием и новой мебелью. Им будет, я думаю, комфортнее и приятнее находиться в стенах такого обновленного отделения. Представители городской власти отмечают, ремонт в отделении – это только первый этап. Мы начали с комплексного капитального ремонта, который позволит теперь системно продолжать развивать это отделение. Следующим этапом мы здесь уже видим – это замену оборудования, так как оно уже морально устарело. Ну, в принципе, ремонт был выбран не случайно, так как более 30 лет здесь капитального ремонта не было. И мы в этом году постарались системно подойти к вопросу именно материнства, детства и детского здоровья. Сейчас в Запорожье действуют две городские медицинские программы, направленные на развитие лечебных заведений. На сегодня по двум программам у нас 84 объекта капитальных ремонтов и реконструкций. Капитальными ремонтами и реконструкциями охвачено 24 лечебных учреждения. Это и взрослые больницы, детские больницы, роддома. Маленьких пациентов в отделении неврологии готовы принять уже завтра. Евгения Маловик, Константин Грушко, ТВ5.